кажется, очень важно демонстрировать власти, что, несмотря на очень жесткую позицию правительства, в России остается очень много граждан, которые не согласны с существующим положением вещей, которые, несмотря на запугивание, несмотря на аресты, несмотря на давление, готовы выходить на улицу и добиваться, чтобы в стране все-таки существовала демократия и правовое поле, просто правовое государство. Это очень долгая, затяжная борьба, это не спринт, это марафон. И я рад, что на протяжении уже там почти 2 лет десятки тысяч людей продолжают выходить на эти митинги и не хотят мириться с тем, что правительство фактически устанавливает диктатуру в нашей стране. Не все с этим хотят мириться.